прошу у вас прощения, искренне сожалею, то есть прошу. Я понимаю, что я причинил вам нестерпимую боль и хочу попросить у вас еще раз прощения. И я готов выполнить отрицательную ущерба. Прошу вас принять. И это мой поселение. Ты не должен одевать Россию. Ты не достоин России. Да, кстати, какой-то, да, я виновна, но в то же время говорит, отпустите меня домой. Ну, под домашний арест. Не знаю, как выразилось, отпустите меня под домашний арест. Он что, окошко разбил в школе? Под домашний арест нет. Защитный мужчина по соглашению, предоверен, что это не станет предоверен. Но все-таки какие-то меры принимались до сегодняшнего дня? Вообще ничего не было, даже извинений не было. Это раз, и когда в первое интервью брали у него, он сказал, видели меня в каком я состоянии, да, хоронил когда своего сына, я падала вместе с ним в могилу, потому что я ничего не соображала. Он сказал, я сделал, что сделал, то и сделал. Те обстоятельства, которые изложены, соответственно, они вам известны, что тут больше, может быть, от самого покажет, именно обстоятельства гибели. Неизвестного? Нет. Потом только через, через телевидение, через массовую информацию, все. Потом со мной созванился, ну, тот